Перед тренировкой за час примерно вы должны съесть либо какой-то фрукт. Анна Колобова – консультант по фитнесу, занимается подбором диеты для спортсменов, с клиентами общаясь на спортплощадках через соцсети и скайп. Как самозанятая, зарегистрировалась 2 месяца назад. Сейчас ее ежемесячный налог 4%. Говорит, после регистрации стало многое доступным – выезд за границу, оформление кредитов и даже новые проекты. Я планирую вести не 50 человек, а 100 человек, например. Я планирую какие-то проекты. Мне нужно, чтобы я была официально самозанятой, чтобы меня могли нанимать организации. Где зарегистрироваться, как встать на налоговый учет, какие нужны документы? Самозанятые и начинающие предприниматели нуждаются в юрпомощи, в МФЦ для бизнеса, консультации и более 100 услуг для начинающих предпринимателей. Все документы можно оформить в одном месте. При вас обязательно должен быть документ, удостоверяющий вашу личность. Никита Колесников занимается своим делом уже более 2 лет, строит коттеджи. Говорит, начинать было сложно. Страховка, лицензия, СанПин. Раньше на оформление документов уходило в разы больше времени. Сейчас в МФЦ для бизнеса все услуги в одном окне. Раньше, да, было неудобно. Раньше приходилось ездить по всему городу, там, в ту же налоговую, там, в ту же регистрационную палату, если сделки проходят. Также муниципальные услуги в район приходилось ехать получать. Сейчас же это все удобно. Приезжаем в одно окно сюда, так скажем, и получаем все здесь, без очередей, качественно. Быстро. Услуги здесь постоянно расширяются среди дополнительных обращений к нотариусу и реклама. Большинство предпринимателей обращаются именно по вопросам начала деятельности. Мы сталкиваемся с тем, что большинство предпринимателей не знает даже, с чего начать. Мы, как МФЦ для бизнеса, помогаем ему при подаче документов, рассказываем, какие документы необходимы. Мы начали активные консультации по самозанятым. Плюс с недавнего времени у нас появилась такая новая услуга, как прием документов на микрозайм. При необходимости здесь же можно не только быстро зарегистрироваться и оформить документы, но и даже пройти обучение по ведению бизнеса. Юлия Муратова, Ренат Сафин, ТНВ, Казань.